В области наблюдается старение кадров. И в ряде районов, к сожалению, фактически большая часть учителей – это уже учителя предпенсионного и пенсионного возраста. Но вот если в нашей системе образования в школах работает более 9 тысяч учителей, я сейчас не помню просто цифру точную, около 10 тысяч, то почти 2 тысячи учителей – это учителя пенсионеры, пенсионного возраста. То есть вот эти 2 тысячи мест, они, конечно, могли бы освободиться для той молодой армии педагогов, которые сегодня выходят из институтов наших, университетов. Да? Поэтому, конечно, вот такая тенденция наблюдается. При этом я бы хотела сказать, что это не значит, что эти учителя плохо работают, правильно? Это учителя, которые являются уже асами в своем деле, которые также часть из них, большая часть из них идет в ногу со временем, овладевает современными технологиями. Но в то же время мы сегодня говорим о том, что, к сожалению, мы можем оказаться в такой ситуации, через несколько лет ряд районов у нас в перспективе останутся без учительских кадров.